прошу, глубоко уважаемые зрители, простить меня за то, что я появился несколько преждевременно. Ну, коль скоро это произошло, то я сочту своим долгом кое о чем вас предупредить. Вам, конечно, не раз приходилось встречать надпись на экране, уведомляющая о том, что всякое совпадение с реально существующими людьми и подлинными событиями случайны и не предусмотрены замыслом. Я со своей стороны хочу довести до вашего сведения, что все действующие лица нашего фильма выведены под собственными именами. А события, свидетелями которых вы станете, действительно имели место летом будущего года. Я не оговорился. Ну вот, собственно, и все, что я пока могу вам сказать. Ах да, я не представился. Я в нашем фильме исполняю особые обязанности. Так сказать, ИОО, исполняющий особые обязанности. Звезда Альфа, созвездие Кассиопеи, иначе называемый Шидар, и отстоящий от нас на расстоянии 71,42 парсека, то есть 22×10^14 километров, избрана нами целью полета, потому что в течение последних полутора лет Караканская обсерватория зафиксировала свыше 2000 модулированных радиосигналов на волне 21 сантиметр. Это дает нам право предположить наличие разумной жизни на одной из планет системы звезды Шидар. Система звезды Шидар Альфа Кассиопеи. Так как модулированные радиосигналы могут быть посланы высокоорганизованной цивилизации, я верю, что такой полет даст возможность человеку с планеты Земля впервые в истории человечества протянуть руку разумному существу другой звездной системы. Но путь далек и долог. При около световой скорости продолжительность полета для экипажа звездолета составит в обе стороны примерно 52 года. Поэтому я считаю целесообразным сформировать команду корабля из лиц не старше 14-15 лет, что будет способствовать научному успеху экспедиции, так как участники ее достигнут Альфа Кассиопеи в расцвете своих жизненных и творческих сил, то есть в возрасте около 40 лет. Какой расцвет? 40 лет — это же глубокая старость. Я остановил на разработке двигателя. Но он-то лучше знает. Что является основой. Толя, Ямщиков! Вы знаете, что важнейшим вопросом в решении межзвездных полетов с СП... Где магнитофон? Лбата все нет. Горим ярким пламенем без торжественного марша в конце. Горим. Ну-ка. У меня здесь магнитофон, музыка, торжественный марш докладу. Я уже опаздываю. Твоя работа? Ну, эксперимент проводил, ну, ракету запустил, но больше не буду. А если бы у нас все стекла вылетели? Там академики не пущу. Ну, мне надо. А нам не надо. В связи со всем вышеизложенным,
Я и представляю к защите этот фан-проект полет к звезде Альфа Кассиопеи на космическом корабле «Заря». Что означает? Звездолет, аннигиляционный, релятивистский, ядерный. Кажется, все. Прошу задавать вопросы. Так, прошу задавать вопросы. Смелее, смелее. Отдай мне. Записка? Пожалуйста. А ты полетела бы, ведь это на всю жизнь. С ним полетела бы. С кем полетела бы? А ты полетела бы, ведь это на всю жизнь. С ним полетела бы. Кто это написал? Пожалуйста. Сколько бизонов насчитывалось в Америке, когда туда прибыли первые европейцы? Бизонов? Можешь не отвечать, ты этого не знаешь. Америку населяли миллионы бизонов. Где они? Вымерли. Они уничтожены людьми. Где лошадь Пржевальского? Где Стеллерова корова? Кутейщикова, при чем тут твоя корова и лошадь Пржевальского? У нас космический сбор. Понимаю, Козелков, понимаю. Середа предлагает в каких-то дальних созвездиях разыскивать обитаемые планеты. В то время как люди делают все, чтобы превратить нашу планету в необитаемую. Кутейщиков. Так вот, люди должны бросить все силы на то, чтобы сохранить на Земле исчезающие виды животных. И было бы гораздо лучше, если бы Середа подумал об этом, а не тратил время на изобретение каких-то дурацких, релятивистских двигателей. У меня все. Бизоны вымерли. Динозавры вымерли. Придет время, мы тоже вымрем. Вот ты и вымирай, а я пока не собираюсь. А я что, я ничего? Только вот зачем, товарищ Филатов, лететь на Кассиопею, когда у нас на Земле есть марсиане? Марсиане? Ну, конечно. Вот тут написано, как поймали одного марсианина. Он в киоске на улице Горького в Москве газированной водой торговал. Для маскировки. Не всегда верю тому, что написано. Иногда сомневаюсь. Особенно в фантастике. Виктор, как у вас получилось 52 года? Я учитывал время разгона, торможения и свободного полета. Конечно, проект «Среды» представляет теоретический интерес. Зачем придумывать что-то, когда существует прекрасное, дешевое топливо H2O? Используя энергию мировых океанов, мы можем превратить всю нашу планету в один гигантский звездолет и лететь на Кассиопею, к Большой Медведице, вообще куда угодно. Ну это ты загнул. Лоб, прекрати цирк! Почему, пожалуйста? Демонстрирую силу воды. Прекрати сейчас же! Вот видите, какой запас энергии! Что случилось? Ничего не случилось. Давай пиши дальше. Ну, зачем же так строго? Он все-таки проводил научный эксперимент. Простите, Сергей Сергеевич, вы его не знаете. Он у нас вот где сидит. Ну, вам виднее. Итак, продолжим наше путешествие к Альфа Кассиопеи. Ну что ж, расчеты в основном верные. Я считаю крупным недостатком проекта огромную продолжительность экспедиции. За время полета на Земле пройдет 500 лет. Но здесь пока мы бессильны. Почему пока? Разве нам удастся когда-нибудь преодолеть световой барьер? Нет, конечно, законы физики не отменяются. Они только уточняются и дополняются. Но я сказал «пока», потому что природа всегда выступает не только как противник, но и как помощник в достижении наших целей. Она ставит нам барьеры и всегда имеет пути для их обхода. Правда, для такого обхода нужно больше знать. Мы пока не знаем точно, как устроена наша Вселенная, каковы свойства пространства-времени. Но мы уже знаем, что пространство искривлено, что кратчайшее расстояние между двумя точками не есть прямая линия,
И, может быть, именно в особенностях строения нашего пространства нужно искать ответ на вопрос, как попасть из одного места в другое быстрее, чем это делает свет. Вот наглядная модель такой возможности. Вдоль трубки мы можем двигаться взад и вперед. Некий путешественник, ну, скажем, это будет жучок, хочет попасть из одного конца трубки в другой, двигаясь вдоль нее. Ему предстоит длинный путь. Если бы он знал, что эта трубка скатана в клубок, что его цель рядом с ним, ему достаточно было бы прогрызть стенки, и он у цели. Я верю, что если не мы, то вы когда-нибудь научитесь прогрызать дырки в пространстве. Выходит, что этот проект уже устарел? Нет-нет. Совсем напротив. Это очень интересный проект. Мы давно занимаемся проблемами выхода в большой космос. И очень знаменательно, что сегодняшний наш разговор происходит здесь, в Калуге, в городе Великого Циолковского. А теперь бы я хотел ответить тебе, Кутейщикова. Ну, конечно же, ты права. Человечество должно приложить все силы, чтобы сохранить животных на Земле. Но оно вышло в космос. И сегодня проблемы космоса стали нашим земным делом. Очень интересен твой проект, Виктор. Но я хотел задать тебе один вопрос. А Лена сказала, что это Ира написала записку. Что, правда? Да ничего подобного. Ну что там? Лео Соколова. Справа Шишова и Бычкова. Это все из четвертого. Больше никого, рано еще. Один парсек, это сколько километров? Примерно 31 тысяча миллиардов километров. Порядочно. Паша Каракова идет. Милка! Привет. Привет. Ты русский сделала? Сделала, а что? Дай посмотреть. А ты что, русский не сделал? Сделал я. Проверить хотел. Сорокин идет. Юлька! Что? Ничего. Тут и гадать нечего. Юлька написала записку. Она со второго класса втрескалась в Витьку. До сих пор при нем краснеет. А я считаю, если человек краснеет, то он не станет писать записки. Что ж, по-твоему, Варька, что ли? Очень ей нужен твой Середа. Она сама личность. Девчонки, а может быть, это Милка написала записку? Я уже давно вышла из того возраста, когда пишут записки. Шишова, Попова, девятый. Цинская, Фуфурна, шестой. Ты что, всю школу знаешь? Нет, первоклашек путают. Иванов опять на заборе. Тяжело? Хорошо. Все, космонавты, перегрузки окончены. Мам, ну еще немножечко. Давайте, ребят, быстро завтракать. Сурпашка, ты опоздаешь в школу. Пойдем умываться. Мама, дай соль. Тихо. Сейчас. У Лёни контрольная. Тихо. Всем приятного аппетита. Звездолет «Заря» будет оснащен аннигиляционным релятивистским ядерным двигателем. Да. Ключи! У меня сегодня контрольная. Конструктивная идея. По произведенным расчетам, этот двигатель... У меня контрольная. Сообщить звездным кораблям близкую к скорости света. Мама, ну такую что скорость это? Еще не развивал Паша, ни ну один такое? Космический Павел, аппарат. Сейчас же выключу радио и позову. Команда будет формироваться из подростков не старше 14 лет. Папа, ты слышал, что он сказал?
Вы слышали, что он сказал? А что он сказал? Ну что же вы? А сегодня и разводят кашу в трусы. Тихо! У нас контрольная! Как ты думаешь, сколько километров до Большой Медведицы? Ты смотри, смотри. Вопросы будут потом. Смотрю, смотрю. О, бежит Кутейщикова. Варька, привет. Привет. Ну, а если эту записку приписала я? Ты чего на меня уставился? Ты русский сделала? Дай посмотреть. Ну, дашь русский или нет? Наконец-то мы дождались великого часа. Середа не приготовил домашнего задания. Ура! Ура! Держи, мы испаряемся. Ты чего тут стоишь? Да вот. Как ты думаешь, кто мог ее написать? Команда формируется из подростков не старше 14 лет. Я сам слышал, собственными ушами. Только что по радио. Аннигиляционный, релятивистки, ядерный. Ты что-то перепутал? Ничего не перепутал. Алгебру сделал, дай-ка списать. Ну это ж невозможно. Все возможно. Ты знаешь, каким голосом говорил диктор? Команда формируется, как освобождение сообщения. Ты что мне дал? А мне алгебра нужна. Английский тоже возьму. Слушай, Витька, поехали в Москву. Время не терпит, небось отбирают. А там знаешь, сколько претендентов? Ну, у нас сейчас контроль. Серега, ты что мне дал? Это химия, а мне алгебра. Да забери ты алгебру. Едем. Ребят, вы куда обрываетесь? Шитов, прими фигуру. Сергей, обороты. Коля, подними голову. Выше голову, открой глаза. Ты меня что, не слышишь? Колька, что это с тобой? Ну ты сегодня совсем закрутился. Вылезай. Ну-ка, дай-ка пульс. Да на сегодня, пожалуй, хватит. Вам чего? Вас тут отбирают? Уже не отбирают. Как? Привязывается как следует. Уже отобрали? Отобрали. И девчонок отобрали? И девчонок. И тебя отобрали? Отобрали. А почему? Почему? У меня феноменальная память, понял? Я запоминаю 10 страниц типографского текста с одного прочтения. Феномен. Феномен. Фамилия? Копаныгин Михаил. Копаныгин? Иду. Ну идите, идите отсюда. Опоздали. Осторожней, осторожней, осторожней. Опоздали. Отобрали, опоздали. Едем к Филатову. Сергей Сергеевич очень огорчится, что вы не застали его дома. Вчера вечером мы только и говорили о твоем проекте. У нас был академик Благовидов. Подержи-ка это. Так. Академик Благовидов был просто в восторге от проекта. Ох, ах. Приезжайте в воскресенье. Сережа обязательно будет дома. А сегодня он очень поздно вернется. Простите меня, я так спешу. До свидания. До свидания. До свидания. Что же делать? Будем ждать. Погоди, Пашка. Ты когда слышал эту передачу? В 7:40? Вроде. А что? Мы можем не ждать Филатова. Почему? Козелков, ты слышал пионерскую Зорьку, в которой рассказывали о моем фантастическом проекте. Команда формируется. А я-то тоже уши развесил. В Москву приехали, как дураки какие-то. К Паныгину поверили, как младенцы. А у них просто кружок космонавтики. Точно, Зорька. Понимаешь? Затмение в мозгах какое-то. Эх, если бы сейчас.
А почему это салют сегодня? Не знаю. Красиво. Красиво. Только не пугайтесь. Я думаю, что смогу помочь вам. Но прежде... Я был бы необычайно признателен вам. И поверьте мне, не остался бы в долгу, если бы вы помогли найти мне молодого человека по имени Виктор Середа. Я Середа? Вы Середа. Он Середа? А вы кто? Это не имеет значения. Я исполняю особые обязанности, так сказать, ИОО. Вот это другое дело. Ёлки-палки. Ущипни меня. Ты что, больно? А теперь прошу вас следовать за мной. Куда? Я буду вам весьма признателен, если вы избавите меня от необходимости отвечать на вопросы, на которые я лично отвечать не уполномочен. Я один никуда не поеду. Он один никуда не поедет. Ну, шут с вами. Поехали вместе. А где моя кур? Ну что ж, поехали. Боюсь, что ты, как всегда, увлекаешься. Ведь он же еще мальчишка. Мальчишка? А если этот мальчишка гений? Васечка, ты скажи, пожалуйста, ты додумался до этого? А? Или ты, может, думаешь, что Сергей Сергеевич додумался? Или я, наконец? А он подсказал. Он мальчишка. Его идея хранения антивещества – это гениально. Прошу вас, товарищи, впредь этого мальчишку именовать по имени-отчеству. Как его зовут, Сережа? Витя. Виктор. Прости, Коля, я отчество не знаю. Прошу вас срочно выяснить и сообщить мне имя и отчество этого мальчика из Калуги. Мальчишка. Между прочим, Вася, позволю себе заметить, что великий Моцарт уже в 3 года играл на клавесине сложнейшие пьесы. Сложнейшие. Между прочим, Коля, я позволю тоже себе заметить, что клавесин все-таки не звездолет и даже не фортепиано. А этот ваш калужский Витя, боюсь, не Моцарт. Ну уж извини, Вася, пожалуйста. Различие между клавесином и звездолетом я понимаю больше тебя, лучше тебя. Так, ну, хватит об этом говорить, давайте к делу. Скажи, в чем же именно ты сомневаешься? Чего ты боишься? Я не знаю, чего боится Василий Анисифорович, а я боюсь, что вы затеваете дела не в компетенции детей. Дети не могут справиться с этим. Вот именно. Человек впервые встретится с инопланетной цивилизацией. И кто будет представлять нашу Землю? Дети. Мальчики и девочки. Простите, Василий Анисифорович, но к тому времени, когда они окажутся в районе Альфа-Кассиопеи, им будет по 40. Это будут взрослые, образованные люди, закаленные в сложном космическом полете. Я позволю себе напомнить вам то немаловажное обстоятельство, что к академику Благовиду приглашены вы. Ты подождешь здесь. Вы лично и только вы один. Я без Павлика никуда не пойду. Там академики. Вы напрасно упрямитесь, дорогой мой. Виктор Данилович Середа. Молодой человек, надо быть осмотрительным, когда входите в незнакомое помещение. Позвольте представить вам моего друга Виктора Даниловича Середу. Николай Кириллович Благовидов. Витя. Не ушиблись. Что? Василий Анисифорович Огонь Дугановский. Бывает. Витя. Александр Иванович Курочкин. Очень приятно. А что это ты на меня как смотришь? Вы тот самый Василий Анисифорович Огонь Дугановский? Автор знаменитой космогонической гипотезы Огонь Дугановского. А ты знаком с моей гипотезой? Я не только знаком с вашей гипотезой, я ее полностью разделяю. Что, Вася? Итак, приступим к делу, прошу вас. Прошу вас садиться. Еще вчера это был фантастический проект калужского школьника Вити Середы. А сегодня это основа проектного задания первого космического корабля, отправляющегося к далекой звезде Альфа, созвездия Кассиопеи.
может быть. Когда говорят взрослые, дети должны молчать. Извините. Он шутит. Так вот, разработка окончательного проекта поручается вам. Вместе с академиком Филатовым и его институтом космических путешествий. Должен признаться, дорогой Виктор Данилович, что у меня вызывало некоторые сомнения ваша кандидатура. Но сейчас, после личного знакомства с вами, я снимаю свои возражения. И как астроном не могу не порадоваться плодотворности выбора именно Альфа Кассиопеи как объекта исследований. Более того, здесь, в узком кругу, я могу сообщить, что характер принимаемых оттуда сигналов заставляет предположить, что какая-то цивилизация из глубин космоса обращается к нам. Да-да, именно к нам. Вот почему ваш проект встретит со стороны астрономического центра принципиальную поддержку. К сожалению, вынужден добавить в эту бочку меду большую ложку дегтя. Я как биолог решительно возражаю против посылки в космос детей моложе 16 лет с их еще не сформировавшейся костно-мышечной системой. Сергей Сергеевич, академик Курочкин не прав. Сколько ему лет? Лет 15, а что, больше? Ему нет 14. Акселерация. Наше поколение развивается быстрее, чем предыдущее. Причины вам известны. Предполагаю. Ну, хорошо. Академика Курочкина я постараюсь взять на себя. Ну, а пока суть до дела, приступай к подбору экипажа, тренировкам, работе. Прошу простить меня. Я задержу вас на одно мгновение, уважаемый Виктор Данилович, прошу вас. Распишитесь в получении. Вот в этой клеточке, прошу вас. О, у вас прекрасный почерк. Благодарю. Простите, но как вам удалось? Послушай, а куда он делся? Чудеса. Фу, ну и работка. Да, Юрий Петрович тебя сегодня закрутил. Но ты молодец. Выдерживаешь 5G. А из тебя сегодня цифры сыпались, как из счетной машины. Седьмое чувство у тебя развито. Железно. Витя. Опять пришла? Пришла. Я же сказал тебе, не ходи. Все равно ничего не выйдет. Я вчера получила второй разряд по художественной гимнастике. Я могу не есть 2 суток. Я проверяла себя. Но неужели ты не понимаешь? Я должна лететь. Должна. Да я ничего не могу сделать. Команда отобрана, утверждена. Не приходи сюда больше. Поняла? Но я должна им помочь. Кому? Инопланетянам. Идем. Извини, я ничего не могу сделать. Слушай, а может быть, Акаракова написала записку? Ха, да нет, ты же сам проверял ее почерк. Да, проверял. Сегодня мы собрались в связи с неожиданными осложнениями в отношении состава экипажа звездолета «Заря». На первом заседании состав экипажа был определен по схеме 3 плюс 3. 3 девочки, 3 мальчика. Но сегодня стало известно, что кандидатура Лены Кашкиной, к сожалению, отпала. Как отпала? Лена Кашкина отпала? Да-да. Отпала. Бабушка Лены Кашкиной не дала своего согласия. А поскольку для полета необходимо разрешение всех близких родственников, Лена Кашкина отпадает. Что же делать? Отменять полет? Поскольку на последнем заседании по представлению Виктора Даниловича одним из членов экипажа был утвержден Михаил Васильевич Копаныгин, обладающий феноменальной памятью, позволяющей с одного прочтения запомнить 10 страниц мелкого печатного типографского текста,
Я рекомендовал бы комиссии ознакомиться с этими документами. Прекрасная кандидатура. Как зовут эту девочку? Екатерина Сергеевна Панферова, победитель олимпиад юных археологов, петрографов, кристаллографов, огов. Раз. Мне поручено сообщить вам, Екатерина Андреевна, что отборочная комиссия утвердила вашу кандидатуру. Поздравляю вас. Вы летите. Куда? В космос. Четыре. Простите, что? Четыре. Четыре блина. А в космос это надолго? Нет, ну, как вам сказать, на всю жизнь. На всю? Ну, если быть более точным, то лет этак на 50. Хорошо. Я полечу. Но при одном условии. Великолепно. Условие принято. А откуда вы знаете, какое условие? Ваше условие, чтобы вместе с вами полетел один мальчик. Да. И вы знаете, кто именно? Считайте, что вы уже летите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 127. 128. Таким образом, наш звездолет, созданный трудом многих конструкторов, инженеров, рабочих, даст возможность экипажу звездолета проделать многолетний путь до Альфа-Кассиопеи и вернуться обратно на Землю. Вы ознакомились с командным отсеком звездолета. Продолжим осмотр. Скажите, пожалуйста, какими принципами вы руководствовались в подборе команды? Ведь при таком длительном путешествии психологическая совместимость экипажа является, мне кажется, основой успеха. Это очень серьезный вопрос. На него мог бы подробно ответить академик Курочкин. Но он, к сожалению, уехал с экспедицией в Центральную Африку. Как? Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы обратимся к одному из членов экипажа, ответственному за биологическую часть нашей экспедиции. Попрошу всех пройти в биоцентр. Прошу, прошу, прошу. Какая же огромная сила, чтобы забросить в космос... Девочки. Просто не верится. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вам представить. Экзобиолог Варвара Кутейщикова. Космоврач Юлия Сорокина. Прошу задавать вопрос. По какому принципу подбиралась команда? Я по вопросу психологической совместимости. Журнал для детей Пифайон. Пардон, мадам. У меня к вам такой вопрос. Мадемуазель Кутейщикова, что заставило вас, как мне известно, столь принципиальную противницу проекта «Середы», принять участие в этой экспедиции? Я посвятила свою жизнь биологии. Старшие товарищи убедили меня в том, что мое участие в этой экспедиции необходимо для науки. А для науки я готова на все. А вы, мадемуазель Сорокина? Я всегда была горячей сторонницей проекта «Витя Середы». Осуществляется моя заветная мечта. Я лечу с Витей к Альфа-Кассиопее. Простите, сколько мышей было занято в биологическом эксперименте? Я бы все-таки хотела, чтобы вы ответили на мой вопрос о психологической совместимости экипажа. Прежде всего, четверо из шести членов экипажа – ученики одного класса. Ну, мы дружим почти 7 лет. Характеры, конечно, у всех разные, но нас объединяет общая цель. Взаимное уважение, чувство ответственности. Может быть, поэтому мы все так легко прошли проверку на совместимость по специальной программе. Да, это она написала записку. Юлька, ну что? Она ничего. И очки, пожалуй, ее не очень портят. А потом, такой возраст.
За какой-то год она может совершенно измениться. И, возможно, в будущем даже станет красавицей. А Варька может и подурнеть. Отличная машина. Корабль, что надо. Витя, пока еще не поздно, возьми меня с собой. Уже поздно. Витя, в полете возможны всякие неожиданности. Ну, скажем, у вас испарится вода. Что ты будешь делать? Не знаешь. А я что-нибудь придумаю. Федя, ты несовместим. И вообще, скажи спасибо, что я привел тебя сегодня на корабль. Смотри, Середа, подумай. Без меня вам не обойтись. Отстань, лоб. Ну, хочешь, я тебе открою тайну? Я создал универсальный клей. Он клеит все. Демонстрирую. Магический клей. Пробуйте. Отрывайте. Без этого клея в космосе просто нечего Ну-ка. Делать. Сколько раз я тебе говорил не подпускать его к кораблю? Чтобы я тебя здесь больше не видел. Пожалуйста. Пожалуйста, проходите, проходите. А что ты скажешь по поводу вашей экспедиции? Плыви отсюда. Ты чего это? Ничего. А это что такое? Должен вас огорчить, но это наш профессиональный секрет. Ведите гостей, будьте хозяевами. Мне хотелось бы привлечь ваше внимание к прибору, который, как мне кажется, должен вас заинтересовать. Прошу сюда. Этот прибор является предметом нашей гордости. Прошу. Вот этот прибор. Это портативный смыслоуловитель. Если участникам экспедиции выпадет счастье встретиться с обитателями других планет совершенно иной языковой формой общения, им на помощь придет вот этот уникальный прибор. Я попрошу вас сказать несколько слов на своем родном языке. شيء رائع، شيء مدهش، شيء جميل. صدق أو لا تصدق، حقيقة فوق الخيال وأساطير الأولين والآخرين. Потрясающе. Машина это переводчик не новинка. Разрешите я предложу вашему смыслоуловителю более сложную задачу. Уберите от меня эту чертовщину. Лучше бы вы предложили хорошую косточку. Здесь шумно, я устала и хочу домой. Изумительно! А теперь прошу меня простить, но время нашей пресс-конференции кончилось. Я должен продолжить работу с экипажем звездолета. Всего хорошего, всего хорошего. Вас проводят. Надюша, проводите гостей. Извините, один вопрос. Что такое K.O.? Надо окей. К.О. – это камера очистки. Отбросы и мусор, которые скапливаются на корабле, попадая в камеру, автоматически запаковываются в герметические пакеты. Вроде наших молочных пакетов. Треугольничком. Только в 20 раз больше. И выбрасываются в открытый космос. Простите, но не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это не засорит космос. Дело в том, что пакет через 24 часа самоуничтожается. Ага. Теперь, друзья, прошу на выход. Очень приятно. Сегодня я вам открою, наконец, тайну этой двери. Это ваша кают-компания. Сюрприз. Сюрприз. Мы хотели облегчить вам будущую жизнь без родной земли. Вот для этого была создана эта кают-компания. Здесь вы можете отдыхать, заниматься спортом, отмечать праздничные даты, дни своего рождения.
На этих двух стендах вы можете воспроизвести 100 вариантов знакомых вам уголков природы, знакомых вам помещений. Вот сейчас я наберу шифр одного из знакомых вам интерьеров. Это что? Моя квартира? Да, Паша, это твоя квартира. Здесь есть квартиры каждого из вас. Ух ты! А что это за палец? Этот указывающий перст мы смоделировали по просьбе ИОО. А это один из уголков среднерусской природы. Мишка, смотри, трава. Так, настоящая. А воду можно потрогать? Пойдем, Ларик, спросим. Потрогай. А кота погладить можно? Ну, думаю, знает. А, опять он здесь. Сладко. Ну что ж, погладь. А он настоящий? Не знаю, не знаю. Хорошо, ну-ка. Катя! А? Не увлекайся. Почему? А то упрешься в небо. А стадион смоделировать можно? Думаю, что можно. А скалистый берег? Если постараться. А зоопарк? Попробуйте. Попробуйте. Значит, тут можно смоделировать все, что угодно. А вот и не все. Ну вот. Теперь вы знаете весь корабль. Моя миссия окончена. Я хочу пожелать всем вам и вашему командиру и научному руководителю крепкого и спокойного сна. Завтра старт. Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля. Пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой. Там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев блеск, я возьму свет грозовых зорниц, шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то вряд ли звезды примут нас. Русские осуществляют поистине галактические эксперименты. Все шесть юных монахов становятся пионерами. Это символ. Юные пионеры становятся пионерами звездных полетов. 50 лет наш экипаж будет находиться в полете.
50 лет это по часам звездного корабля. На Земле же за это время пройдут сотни лет. И встречать наших посланцев будут уже другие поколения. Космическое путешествие за пределы Солнечной системы. На сотни лет советский звездолет летит к звезде Альфа, созвездие Кассиопеи. Молодые люди прошли все испытания и по своим физическим данным полностью соответствуют необходимым современным требованиям. Прошу прощения, но мы вынуждены на время прервать нашу трансляцию. Вы воспользовались тем, что я уехал в Африку. Остановите полет. Что с вами, Александр Иванович? А что со мной? Ничего со мной? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Экипаж прошел все испытания и по своим физическим данным полностью соответствует вашим требованиям. Теперь я понимаю, вы нарочно меня отправили в Африку, зная о том, что я неравнодушен к африканским животным. Ну, не совсем так. Вы поймите, что я еще не закончил своих экспериментов для полета над мышами и крысами. Эксперименты над мышами и крысами? Ничего страшного, ничего страшного. Успешно завершила ваша ученица. Варя? Варвара Кутейщикова. И все-таки я решительно протестую. Поздравляю экипаж «Зари» с благополучным завершением первого этапа полета. По данным телеметрии, все системы работают нормально. Варвара! Ты слышишь меня, Варвара? Слышу, Александр Иванович. Сколько у тебя было подопытных мышей? 27. Все мыши наши? Наши. А сколько осталось живых? Все 27. И Пафнутий жив? Он же был такой слабенький. Жив, Пафнутий, жив. Жив? Жив, жив. Ладно. Летите. Поздравляю, ребята, с началом экспедиции. Покидаем Солнечную систему. Всем приступить к исполнению рабочих заданий. Приготовить к включению аннигиляционные двигатели. Внимание по кораблю. Мы достигли расчетной скорости. Слушай, неужели мы летим со скоростью света? Да, почти. Даже сам удивляюсь. Сейчас наступает состояние невесомости. Как в кино. Может, полетаем? Летай, купайся в острых ощущениях. Только торопись. Через 5 минут включаю искусственную гравитацию. Девочки, как там у вас дела? У меня все в порядке. Нормально. А у тебя что, Варя? Сейчас, сейчас, подожди минуточку. Где же она, ваша невесомость, невесомость? Да ты отключи свои магнитные ботинки и оттолкнись посильней. Здорово-здорово. Потрясающе. А ведь здорово же, братцы. Вот она. Невесомость-то. Из аквариума выскочила вся вода и рыбка. Кутейщикова, я от тебя этого не ожидал. Накрой ее сверху. Кутейщикова, твое время истекло. Включай искусственное поле тяготения с упреждением в 10 минут. Лови скорей, или твоя рыбка плюхнется на пол. Можешь подставить сковородку. Подожди, она же разобьется. Не включай, не включай.
Ой, Варенька, плыву тебе на помощь. Смотрите, магнитофон. Откуда? Что там случилось? Скорей туда! Ребята, а я? Ух ты! Что с тобой? Кажется, этот чертов клей! Тебе помочь? Сам справлюсь. Давай сюрприз. Витька, помоги! Включи магнитные ботинки. Соображать пора. Привет. Так, нам не хватало только тебя. Ну, не шуми, не шуми. Что ты шумишь? Разве ты не видишь, что человек висит вверх ногами? Сейчас же спускайся. Не могу. Отключи ботинки. Не могу, они у меня приклеены. Федя, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Из тебя все высыпалось. Слушай, как ты залез на небо? Это все шутки невесомости и мой незаменимый клей. Я здесь совершенно случайно. Ну и ну. Шнуровывайся. Сейчас. Внимание всем отсекам. Вступает в действие искусственное поле тяготения. Федька, не шнуровывайся. Подожди. Федя, держись. Братцы, падаю! Уберите палец, уберите палец! Ну уберите же скорее палец! Не паникуй, лоб, сейчас я тебе что-нибудь подставлю. Хотя бы вот эту ванну. Ой! Ой! Ну вот, даже ванну по-человечески поставить не смогли. Ты прекрасно приземлился. Фу, жара. Всем немедленно явиться в классный отсек сюрприза. Экипаж опаздывает на занятия. И тут нужно учиться. Под мостом, сбегая по желобу, журчала талая вода. Падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу. Видя, что ненастье принимает потяжной характер, я решил идти дальше, невзирая на это. Варька, ее А с длинным хвостиком. Но я совсем другое. Значит, не Варька. И не Юлька. Наверняка не Юлька. Посмотри на Т. И буквы у нее все какие-то пузатенькие. А может, она осталась на земле? Вертел в руках дырявые штиблеты. Штиблеты или щиблеты? Отстань, мы с тобой в космосе, а не на земле. Самому пора соображать. А что тут соображать? Знать надо. К следующему уроку параграфы 298 и 299. До свидания. Все написала? Да. Ну что, дурак, что ли?
Пашка, это же Проксима Центавра. Так вот она какая, ближайшая соседка нашего Солнца. Сколько же еще лететь до Кассиопеи? Да. Но кто же все-таки написал эту проклятую записку? Все же по отношению к Албу ты допустил непозволительную мягкотелость. Зачем ты его оставил на корабле? Ну ты как младенец. А что можно сделать? Пока не поздно. Пожертвовать одной разведывательной капсулой и отправить его на Землю. Такой тип может погубить всю экспедицию, и никакого контакта с инопланетной цивилизацией не произойдет. И вообще, ты допустил ошибку еще на Земле, когда опустил его с журналистами на корабль. Ну кто мог знать? Ты! Кто написал? Я спрашиваю, кто это написал? Мне это надоело на Земле. И я требую, да-да, требую, чтобы тот, кто это написал, извинился перед Катей. Потому что все это неправда. А почему это я должен перед ней извиняться? А потому! И не подумаю, кто она такая, чтобы я перед ней извинялся. Ах, кто она такая? Вот еще влюбленный пингвин. Этот голос сами видим. Ребята, нам надо спешить. Мы входим в район действия Проксима Центавра. Успеем вытащить. Пашка, что с силовым полем? Не могу понять. Дай максимум. Есть. Есть, зацепили. Внимание, внимание. В этой ситуации силовое поле не сможет удержать объект. Сорвался. Кислорода в пакете хватит на 20 минут. Через 20 минут он будет расплавлен Проксимой Центавра. У него уже, наверное, кожа трещит. Ребята, где же Федька? Витя, где же Федька? Кислорода в пакете осталось на 15 минут. А что потом? Все ясно. Силовое поле корабля нарушено магнитной бурей Проксима. Что будем делать? Я выйду в космос. Помоги навести меня. Я выйду в космос. Я выйду в космос.
Следи по экрану за движением. Да. Контролируй относительную скорость и расстояние. Да. Витька, у тебя осталось 14 минут. А что потом? Да помолчи ты! Что это, Паша? Это водородный выброс. Наши дела плохи. Витька может не успеть. Вернуться? Внимание, Витя. Дальность 200. Включи разгонный. Есть. Уходишь в сторону. Боковая 3. Включи левый. Есть. Выключи боковой. Включи попарно курсовые. Включаю. Идешь хорошо. Сколько у меня осталось времени? Мало. Дальность 10, скорость 12. Выключи разгонный. Торможение. Есть. Дальше работаю сам. Через минуту выброс будет здесь. Его скорость... Тихо, Мишка. Тихо. Витя, жарь на полный. Скорее, Витька. Что-то луп совсем обалдел. Фу. Ну и жара. Да скорее же. Сейчас, сейчас. Там было написано КО. Я думал, комната отдыха. А это камера очистки. КО, КО. Какой осел? Вот что такое КО. Копанегин, твое мнение. Отправить его на землю, иначе с ним мы улетим. В тартарары. Козелков. Мне очень жаль разведывательную капсулу. Но другого выхода я не вижу. Кутейщикова. А мне даже капсулы не жалко. С момента его появления на корабле мы стали ссориться. Мы можем наделать глупости и погубить экспедицию. Отправить его на землю. Сорокина. Я не знаю, что с ним делать, но во всяком случае его надо сначала вылечить. И я предлагаю оставить Лобанова на корабле. Ты что, это серьезно? Да, абсолютно серьезно. Ну что ж. Ну что ж. По-моему, права Сорокина. Вопрос о пребывании Лобанова на корабле пока ставим открытым. До его выздоровления. Сейчас всем отдыхать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Знаешь, включи успокоительные импульсы. Частота 15, амплитуда 3. Спокойной ночи. Зачем ты включил импульсы бодрости? Мне показалось, что ему это не повредит. Выключи. Лежи спокойно. Я включила импульс сна. Идиотские импульсы. Вот твоя рубашка, проснешься, оденешь. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Хорошо. Щекотно. Ну, хватит. Я, не раздумывая, согласилась лететь. На всю жизнь. А он? Он не обращает на меня никакого внимания. Он просто не замечает меня. Мальчишки всегда скрывают свои чувства.
А Мишка очень скрытный. Он сказал, что все это неправда. Мало ли, что он сказал. Если хочешь знать, так это... Что это? Так это я написала на доске эту глупость. Ты? Да, я! А Федька не выдал меня. Он видел, как я писала, и не выдал. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом лине. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Пойти спать. А это что такое? Слезай с пульта!
вычислительная машина установить не может. Выше скорости света. Невозможно. Сергей Сергеевич, связь прекратилась в 008. Попытки восстановить ее успеха не имели. Как вы думаете, что могло произойти? Полагаю, что причина чисто внешняя. Может быть, черная дыра? Что у вас? С момента прекращения связи все астрофизические обсерватории ведут наблюдение за районом А-12-46. Но пока ничего утешительного сообщить не могу. Продолжайте наблюдение. Ну, что, Надюша? Ну, в момент прекращения связи корабль находился здесь. Мы прощупали весь квадрат А-12-46. Заре не оказалось, она исчезла почти мгновенно. Ты думаешь, катастрофа? Не знаю, но это действительно походит на черную дыру. Я верю, что если не мы, то вы когда-нибудь научитесь прогрызать дырки в пространстве. Двигатели на торможение. Двигатели на торможение. Двигатели на торможение. Это не наше небо. Земля. Ну, конечно, земля. Смотрите, какой-то старик. Вы не узнаете меня, друзья? Вы чем-то похожи на Сергея Сергеевича Филатова. Вы его отец? Да нет, Паша, это я сам. Что с вами случилось, Сергей Сергеевич? Ничего особенного не случилось, Витя. Просто я постарел. С момента последнего сеанса связи у нас на Земле прошло 27 лет. Ну, естественно, годы берут свое. А вот что случилось с вами, мы не знаем до сих пор. В течение 27 лет ученые ломают голову, но так и не разгадали этой загадки.
Одни считают, что вы попали в тахионную спираль. Другие предполагают, что вы оказались в субпространстве. Во всяком случае, пока не было связи, вы двигались со скоростью, не предусмотренной никакими законами физики и неизвестной человечеству. Но не будем терять времени, друзья. Я уступаю место руководителю лаборатории сверхдальней связи. Здравствуйте, ребята. Вы меня, наверное, не узнаете. А ведь мы когда-то были знакомы. И с тобой, Витя, и с тобой, Юля. А с тобой, Кутеечкова, мы просто сидели на одной партии. Милка Каракова? Да, ребята, это я. Витя, ты поступил очень жестоко, не взяв меня с собой. Почему жестоко? Потому что это я приписала записку. Помнишь? Ты? Вы? Нет. Я сверял почерк с вашей тетрадкой. Это не вы. Я нарочно писала левой рукой, чтобы никто не догадался. Твой полет так на меня подействовал, что я стала радиоастрономом. Мне уже 40 лет, у меня двое детей. Младшего сына, вот он, я назвала в честь тебя Витей. А девочку, ее зовут Варей. Милка. Вылитая Милка. Ребята, сотрудникам моей лаборатории удалось расшифровать сигналы, все еще поступающие из района Альфа-Кассиопеи. На одной из планет произошла катастрофа, угрожающая уничтожением цивилизации. Что-то угрожает мыслящим существам. Вы должны им помочь. Вы слышите меня? Витя! Витя! Вы слышите меня? Слышим! Если Милке сейчас уже 40, то выходит, когда мы вернемся, их всех уже не будет. Парадокс Эйнштейна. Это даже первоклассники знают. И ты знала, когда улетала. Ребята, я понимаю. Честное слово, все понимаю. Отправьте меня на Землю. Я не имею права лететь с вами. Я всегда во всем виноват. Понял. Наконец-то. Теперь поздно. Никакая капсула не долетит до Земли. Я не хочу мешать вам! Не хочу! Заприте меня куда-нибудь и не выпускайте, пока мы не вернемся на Землю! Я несовместим. Несовместим? Мы так чертовски далеко от дома. Какая уж тут несовместимость. Я думаю, ребята, мы не будем его запирать. Но верю я, сможет он стать 7-м членом нашего экипажа. Я согласен. И я согласна. И я. И я согласна. Что ж, пусть будет так. Что за возня? Не умеете вести себя за столом. Ну, сели! Сели! Сегодня мы собрались, чтобы отметить 40-летие нашего Павлика, улетевшего 27 лет назад к далекому созвездию Кассиопеи. Каждый год мы собираемся за этим столом. Мы стараемся сохранить здесь все так, как было, когда в этой комнате жил наш Павлик. Теперь уже Павел Кондратьевич Козелков. Так что выпьем за удачу, чтобы она сопутствовала нашему Павлику всегда и во всем.
кто вы? Прошу простить мое столь неожиданное появление, но я счел своим долгом поздравить вашу семью с днем рождения Павла Кондратьевича Козелкова, первого пилота «Зари». Простите, кто вы? Так, так, мне все ясно. А как бы это вам объяснить? Дело в том, что я исполняю особые обязанности во всей этой истории. Ну вот что, друг. Так сказать, И-О-О. Как? Исполняющий особые обязанности. И-О-О. По роду своей деятельности я был довольно тесно связан со всем экипажем «Зари», в частности, с вашим сыном, уважаемая Антонина, смелее. Смелее? Ну, вот видите, я осязаю, вполне материально, все в порядке. Уважаемая Антонина Алексеевна и Кондратий Пантелеймонович, поэтому не совсем понимаю, почему у вас здесь 40 свечей? Так потому что Павлику было 13, когда он улетел. Ну? Прошло 27 лет, 27 плюс 13. Какой наивный детский вывод. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. 14. 14. 14. 14. Всего-навсего 14, уважаемая Ирина Кондратьевна. Парадокс Эйнштейна. Что-что? Парадокс Эйнштейна, господи. Ну и что? У нас на Земле проходит 27 лет. Ну. Там проходит меньше года. Ну. Парадокс? Ну. Эйнштейна. Ну, а он при чем? Совершенно справедливо. Михаил Кондратьевич абсолютно прав. Парадокс Эйнштейна. Я позволю себе напомнить, что по замыслу руководителя экспедиции Виктора Даниловича Середы, команда формировалась из подростков не старше 14 лет, с тем, чтобы они могли достигнуть Кассиопеи в рассвете своих жизненных сил что-нибудь около 40 лет. Но произошло невероятное событие. Корабль прорвался через гиперпространство и оказался у цели на 27 лет раньше предполагаемого... Срока! Совершенно справедливо. Парадоксом, конечно, ничего не поделаешь. О нем мы наслышаны с тех пор, как улетел наш Павлик. Но вот поверить в то, что Павлик младше Мишеньки, которому тогда было всего лишь 3 года. Извините, я никак не могу. Ну, женщина. Тем не менее, уважаемая Антонина Алексеевна, сегодня там или там, в глубинах космоса, вашему сыну исполнилось всего лишь навсего... 40. 14. Парадокс. Слишком много соблазнов. А что если на природе? День рождения на природе. Собственной смоделированной природе. Позагораем, попоем, шашлычок сварганим, а? Я считаю, надо что-то более торжественное. Все-таки первый день рождения на корабле. Ну, хотя бы в каком-нибудь зале. Братцы, а давайте в его собственной квартире. Как на Земле. А что? Это идея. Отлично. Смоделируем Пашкину квартиру. Кстати, не забудь самоварчик и белого кота. Запиши. Записал. А тут у меня имеется кое-что и для звукового оформления. 3, 4. Прошу! Мама, сегодня компот будет? Будет, Мишенька, будет. А кисель? Кисель будет завтра. А мороженое? А мороженого не будет. Вы и так все крепите. Дети, кто взял мой журнал? Так, наверняка Пашка утащил. И к обеду опаздывает, как всегда. Где же Павлик? Я здесь! Почему? Мама! Папа! Люля, помоги мне нарезать хлеб и поставить на стол тарелки. Опять на столе валяются Пашкины гвозди. Ну, убери их. Федя, ты уж прости, что тебе приходится так... Поздравляю с днем рождения!
прости. Мы хотели как лучше. Глупая получилась шутка. Но ты не расстраивайся. Ты уже взрослый человек. Не взрослый. Не взрослый. Взрослый. Если бы ты остался на земле, тебе было бы сейчас уже 40 лет. Старик, мы сейчас же здесь должны дать клятву, что никогда по отношению друг к другу не будем так шутить. Никогда не будем напоминать друг другу о доме, том доме на земле. Чтобы нам не было так мучительно больно. Чтобы эти воспоминания не расслабляли нашей воли. Клянусь. Клянусь. Клянусь не вспоминать. Клянусь. Клянусь. Но это невозможно. Невозможно не вспоминать землю, дом, родных. Это самое дорогое, что у нас есть. Детство навсегда останется с нами здесь и на той планете, куда мы с вами летим. Как командир корабля от имени землян, на сегодняшний вечер освобождаю вас от этой клятвы. Интим приветствую. Все для коллектива. Давай, ночь прошла. Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть у земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Двадцать семь лет тому назад космический корабль «Заря», что означает «звездолет», «ангеляционный», «релятивистский», «ядерный», стартовал с Земли в направлении звезды Альфа, созвездия Кассиопеи, иначе именуемой Шидар. Как вам известно, после того, как корабль вышел из района Солнечной системы, мы потеряли с ним связь. В течение 27 лет все попытки обнаружить корабль и связаться с ним были тщетны. И вот вчера вечером, в 18 часов 57 минут, нам не только удалось обнаружить корабль, но и провести с ним сеанс телевизионной связи. Все участники экспедиции здоровы. Все системы корабля работают нормально. Звездолет приближается к звезде Шидар, то есть к цели своего полета. То, что 27 лет назад было робким предположением, сегодня не вызывает никакого сомнения. Система звезды Шидар имеет планету, населенную разумными существами. Более того, нашей лаборатории удалось расшифровать сигналы, поступающие с этой планеты. Там произошла катастрофа, угрожающая уничтожением цивилизации. Характер происшедшего не ясен,
Но что-то угрожает мыслящим существам. Детский журнал «Пифайон». Мадам Окорокова, я хотел бы узнать, когда предполагается следующая связь со звездолетом. Я не могу ответить на ваш вопрос. Сегодняшнего сеанса связи мы ждали 27 лет. Вот она, Альфа Кассиопеи. Сигналы со второй планеты системы Альфа. Это, вероятно, те самые сигналы бедствия, о которых нас предупреждала Земля. Вот планета. Да чего же она похожа на нашу Землю? Ребята, а как вы думаете, где может быть сейчас наша Земля? Ну, я же не про дом спросила, а про Землю. Это одно и то же. Ну ладно, ну хотя приблизительно. Где она сейчас? Да что вы, ребята, отсюда даже солнце не видно. Ну приблизительно. Приблизительно? Там. Да. Но если исходить из кривизны пространства, там. Или там. Перестаньте дурачиться, мальчик. Внимание, входим в сферу планетарного притяжения. Что нас ожидает на этой планете? Если бы знать хотя бы, кто подает сигнал. Мы-то думали, что прилетим сюда уже взрослыми. Чего вы скисли? Все нормально. Чем скорее прилетим, тем скорее улетим. Мудрец. Аристотель. Ну ладно, шутки в стороны. Все по своим рабочим местам. Миша, рассчитай параметр круговой орбиты. Учти плотность атмосферы. Проверь ручное управление. Так. Неужели так трудно выбрать троих? Трудно. Я надеюсь, ты понимаешь, что лететь должен я. При любых обстоятельствах. Понимаю. Середа, надеюсь, ты понимаешь, что в любом случае с первой разведывательной капсулой к планете должна лететь я. Ну почему ты? Витя, я экзобиолог. И если предстоит встреча с какими-нибудь разумными существами на этой планете, то я обязана быть там первой. Да. Ты права, пожалуй. Спасибо. Отключись, Лоб. Витька еще думает. Витя, надеюсь, ты не дурак и понимаешь, что в любом случае должен лететь я. Да, почему конечно. Ты? Спрашивайте, отвечаю. Во-первых, я единственный среди вас специалист по внеземным цивилизациям. Кто из вас отличит пульсирующего гомункулса от мерцательного спортозала? Нет, никто, никто. Во-вторых, я изобрел неповторимый клей. Моя находчивость также не повторима. Заблокируй его. Витя, надеемся, ты понимаешь... Ладно, ребята, идите. Я должен еще раз все хорошенько обдумать. Есть, командир. Только не советуйся с компьютером. У него с ним испорченные отношения. Ты должна быть очень красивая, вступая на чужую планету. Какая ты счастливая, Варенька. Я была уверена, что Витька тебя не пошлет. Кого угодно, но только не тебя. Это еще почему? Ты прекрасно знаешь, как он к тебе относится. Еще в 4-м классе он стащил твою фотографию. Не стащил, а я ему подарила. И не в 4-м, а в 5-м. Ну хорошо, хорошо, не стащил. Юлька права, ты счастливая. Если бы на меня Мишка посмотрел хоть раз, так как на тебя Витька смотрит каждый день, я бы, наверное, обалдела от счастья. Не знаю. Мне больше нравятся люди, которые вида не подают, что у них там внутри творится. Потому что ты сама скрытная. От меня ничего не скроешь, у меня на носу очки. Ну ладно, девочки, мы не на земле. На земле, не на земле, я все равно ничего скрыть не могу. У меня все на лице написано, и он все это прекрасно видит. А смотрит только на тебя. Оружие у каждого в закрепленных карманах. Спасибо. И здесь Кутейщикова опаздывает. Идет, идет уже. Ну, счастливо. 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 Я лечу. Я назову ее Варианной. Кого? Эту планету. Почему Варианной? Варя, Вариан, ты же первая вступаешь на нее. Не я одна. Ну, в общем, называй как хочешь. Хоть и Юлиана, мне это безразлично. Счастливо. Счастливо.
связи. Счастливо. Поехали. Ну как у вас? У нас все отлично. Счастливо. Паша, вы уходите из зоны видимости. Выйдем на связь через 55 минут. Что это? Какие-то волчки. Это не волчки. Перед нами редкий случай веретенообразной цивилизации. Сооружения указывают на то, что планеты населяют шестиногие, восьмикрылые и стрекозоиды. Между прочим, ничего смешного в этом нет. Чего вы молчите? Вы же здесь первые люди на этой планете. Здесь еще не ступала нога человека. Вы здесь первые! Первые! Опять ты лоб все испортил. Ну а чего я-то? Ого-го! Овал! Овал! Какое странное эхо. Давай назовем эту планету эхо. Хорошо звучит. Эхо! Эхо! Эту планету Витя уже назвал Варианной. Ну, Варианной так Варианной. Ух ты, а это что такое? Очевидно, это остатки цивилизации. Но откуда? А, это детеныши стрекозоидов. Ну, они абсолютно безопасны. Ну, к тому же пробегают мимо. У тебя там ничего не отвалилось? Нет, пока ничего не отвалилось. А то, может, мой универсальный клей... Спасибо, клей не нужен. Ну, тогда я пробегусь. Куда? Туда. Ну, ладно, только быстрей. Ни на шаг не отходить друг от друга. Ну, а как же? Ну, ладно, беги, беги. Ага. Ты куда? В футбол поиграть. Ну, кроме шуток. Ему надо. А. Итак, мы достигли второй планеты системы Альфа-Кассиопеи. Предварительные данные об атмосферных параметрах подтвердились. О2 21%, H2 78%, CO2 1%. Все почти в пределах земной нормы. Ух, какой ветер. Перед нами явные признаки существования цивилизации, а следовательно и мыслящих существ. Хотя все вокруг довольно пустынно, и вполне возможно, что мы опоздали. Одну минуточку, ребята, я только включу свой смыслоуловитель. Откуда вы? Я оттуда. Прилетел на ней. Сюда к вам. Земля, мир, дружба. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
бывает. Мир, дружба! Ребят, вы куда? А? Ребят, куда? А? Его нельзя отпускать от себя ни на шаг. Ну, попадись он мне только. Что такое? Уже третий столб. Гибнущие цивилизации всегда рождали надгробные памятники. Где же Федька? Это просто свинство. Еще тратить время на его поиски. Мы должны выходить на связь. Ах, вот он, голубчик. Перестань дурачиться. Спокойно, Варвара. Мы, кажется, вступаем в контакт. Кто вы? Исполнители, следуйте за куда? Нами. Вершители ждут вас. Где же Федька? Опасности нет, ваш друг уже там. Главное не показывать недоверие. Незаметно веди репортаж. Мы входим в контакт с разумными. Это существа, очень похожие на человека, с головой, снабженной большим количеством металлических деталей. Средство общения — свист. Человеческое ухо не... Мы находимся в небольшом белом сферическом помещении. Странно. Профилактическая камера. Стены что-то вроде нашего пенопласта или асбеста. Воздух в помещении не имеет никакого запаха. Какая глубокая тишина. Все бело, как в Юлькиной больнице. Ловушка? Ловушка для дураков. А? Внимание. Я материк. Вызываю остров. Ребята, вы меня слышите? Варя, Паша, Федя. Варя, Паша, Федя. Они покинули капсулу 5 часов назад. Они не вышли на связь в установленное время. Они вообще исчезли с поверхности планеты. Слева по борту искусственное тело. Слушай, оно к нам приближается. Мальчики! Вот оно, цивилизация. Подождите радоваться. Ребята, это пушка. Конечно, пушка. Что будем делать, Витя? Катя, дай конфету. Ну? Что будем делать, командир? Включая защитную систему. Не нервничай. При необходимости автоматика сработает и без нас. Только вот кто окажется сильней? Мы? Я думаю, мы не должны показывать им своего недоверия. А пушка? Это что-то совсем иное. Я выйду в демонстрационную камеру. Не надо. Хорошо. Постарайся не принимать крайних мер. Включи сигнал доброжелательства. Счастливо.
такие же, как и мы. Я всегда была в этом уверена. Если в космосе есть разумные существа, они могут быть только такими, как мы. Это недоказуемо. Ты всегда споришь против очевидных фактов. Нам очень приятно, что мы смогли доставить вам радость. Подойдите к шару. Откуда вы? Из Солнечной системы, с планеты Земля. Зачем прилетите к нам? Вы просили о помощи. Мы о помощи не просили. Просили, мы приняли ваши сигналы. Сигналы были не наши. Как это не ваши? Не наши. Мы искали во Вселенной разумных. Мыслящих. Живых. Вы живые? Живые. И хотим пить. Для этого вам предоставлен ключ управления, вставленный в нишу. Чтобы вы не пользовались вашими примитивными приборами как средством общения, переходим на ваш речевой код. Вот это да. Все для счастья живого. Вы хотите быть счастливыми? Что за вопрос, конечно. Еще бы. Вы будете счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Странно. Что странно? Все странно. Почему они говорят, что не просили о помощи? Кто же подавал сигналы? Или мы ошиблись? Что это значит сделать нас счастливыми? А я и так счастливая. Счастливая? А они сделают тебя еще счастливее. Я не хочу, чтобы меня делали счастливой. Счастья надо добиваться самому. Ай! В чем дело? Где кресло? По-моему, это сделал я. А ну-ка, дай сюда. Система дистанционного управления. Это наша планета. Это сад Земли. Земля кормит нас, поет нас. Вообще мы существуем в этой среде. Двигаемся, дышим. Но это лишь крошечная модель одного из уголков нашей планеты. Это цветы, из которых потом будут вкусные плоды. Плоды мы называем яблоки, вишни, груши. Прошу вас. Посылая нас в такой далекий путь, люди Земли создали это помещение, в котором мы могли бы моделировать дорогие нам места, что остались на Земле. И назвали это помещение сюрпризом. Мы бы хотели знать ваш алфавит. Пожалуйста. А, б, б, г, д, е. Теперь мы хотим знать ваш словарный состав. Пожалуйста. Абака, абит, абзац, абитуриент, абориген, абрикос, абракадабра, абсет. Ёлки-палки. Усвоили. Усвоили. Благодарим вас. Прошу садиться. Мы рады видеть братьев по разуму. Теперь мы расскажем вам о нашей планете.
Так выглядела наша планета 250 лет назад. Мы были счастливы и искали новые пути развития. Творческий труд приносил нам радость. Величайшим созданием наших ученых стал биотехнический робот-исполнитель, который освободил нас от примитивных трудовых процессов. Вслед за роботом-исполнителем был создан робот-вершитель, который был способен не только управлять исполнителями, но и совершенствовать их. Но роботы-вершители решили улучшить и нас, живых. Они считали, что полное счастье нам мешают обрести муки творчества, чувство неудовлетворенности с собой, сострадание к другим, доброта, совесть. Они решили лишить нас этих качеств. Мы не хотели такого счастья. Мы начали бороться. Но было уже поздно. Все, что вы видите, этого уже нет. Остались только картинки. На последнем этапе этой планетарной трагедии роботы-вершители проявили страшное коварство. Они создали зов. Такое жуткое, чарующее сочетание звуков, услышав которое, даже самые сильные из нас теряли волю и покорно шли на пункты, где их превращали в счастливых, бессмысленных, самодовольных существ. Абсолютно счастливые проживали остаток своей жизни бесцельно, не оставляя после себя потомства, потому что они были лишены и чувства любви. Сейчас на нашей планете нет ни одного живого существа. А как же вы уцелели? Незадолго до катастрофы наши ученые создали и вывели на орбиту космическую радиообсерваторию. Мы потомки тех, кто находился на ней и оказался недосягаем для роботов. Наша обсерватория не может уйти со своей орбиты. Мы вынуждены вечно летать вокруг планеты, которая больше не принадлежит нам. 250 лет мы посылаем сигналы бедствия, и мы счастливы, что вы услышали нас. Запах. Там, на вашей планете, трое наших товарищей. Они погибнут. Если у них окажется ключ управления, мы постараемся помочь вам увидеть друг друга. Квадрат А739-12-. Квадрат А739-13-, Сергей Сергеевич. Квадрат А739-14-. Минус. Нужны другие решения. Необходимо искать что-то новое. Ищем, Сергей Сергеевич. Но мы пока, к сожалению, не располагаем энергии, необходимой для преодоления таких расстояний. Это я и без вас прекрасно понимаю. Я прошу попросить меня, что я так бесцеремонно вступаю в вашу беседу. Но мне искренне хочется быть вам полезным, поскольку я располагаю некоторыми возможностями, правда, может быть, не совсем научного характера. Не совсем научного характера? Не совсем научного в свете сегодняшнего дня. Я хотел бы предложить свои услуги для того, чтобы связаться со звездолетом «Заря». Как? Когда? Сейчас. Прошу вас. Началось. Козерог, Кабалевский, Кентавр, Крючков, Кристалинский, Кассиопея. Вот она, Кассиопея. 5-5-5-6-6-6-7-7-7. Нет ли у вас какого-нибудь металлического предмета средней величины? Нет. Подойдет? Очень хорошо. Есть. Что это? Первый контакт человека с инопланетной цивилизацией. Жители Варианы. А где же ребята? Витя? Витя? Вот он. Виктор Данилович Середа. Угу.
Простите, у вас крепкий табак. Ну, это пока все, на что я способен. Обратной связи я пока не владею. Но думаю, ищу, исследую, надеюсь. Чертовщина. Малиновую попробую, что-то вроде нашего манго. Попробуем, попробуем твою манго. Сила. Ну? Оп. Привет. Привет, привет. Оп. Вот и манго. Мы ожидали разрушенную цивилизацию, а тут... Ого-го. Фи, твою манго, настоящий красный чернил. Интересно, откуда берутся эти рогатые колбочки? Ну, хоть сейчас не задавай вопросов, прошу тебя. Ну, тут же дыра, занятно. Элементарное действие силового поля. Желтое попробуйте. Что-то вроде нашей клубники с шоколадом. Остров, остров, я материк, я материк. Ребята, вы меня слышите? Слышим, вы меня слышим. Слышим. Паша, 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 если у вас есть ключ управления, скорее совместите верхнюю желтую пластину с красной, и мы увидим друг друга. Скорее, Паша! Скорее, Паша! Остров! Остров! Я материк! Я материк! Ребята, вам угрожает опасность! Вас окружают роботы! Немедленно возвращайтесь к капсуле на корабль! Для этого вставьте ключ управления в нишу, которая должна находиться в вашем помещении. Поверните на полоборота верхние пластины ключа управления, соединив зеленую и красную пластины. Вас обманывают. Опасность вам не угрожает. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Все это, братцы, ерунда. Витька просто паникует. Ему завидно. Нет. Он не паникует. Витька зря пугать не станет. Роботы. Ну что ты? Мы должны уходить. За мной. Приветик, роботы. Опасно. Опасно. Варька, поторопись, ты где там застряла? Задраивай люк. Включаю двигатели. Скорей, скорей, Варвара. Ну что стоишь? Ребята, может, не полетим? Что? Тебе что, Кутенщикова, жизнь надоела? Нет, мне жизнь не надоела. Но, ребята, здесь только загадок. А мы сбегаем, так ничего и не поняв. Неужели вы не хотите узнать... Если это и вправду роботы, то почему они так похожи на живых, на людей? Это античеловечно. А все остальное? Эти шары и средства передвижения, да и вся цивилизация. Мы встретили то, к чему стремились. И сразу струсили, сразу удираем. Связать ее, что ли? Да у меня приказ Середы. А что сделал бы Середа, если бы оказался здесь, здесь, на нашем месте? Он остался бы. С ума сошла. Я остаюсь. А, дура, у тебя даже нет ключа управления, чтобы остаться! Влипли. Паша, давай оружие! Оружия нет. Как нет? Стащили, гады.
Дайте нам ключ. Нельзя. Мы хотим пить и есть. Нельзя. Нельзя, нельзя. А что можно? Ничего нельзя. Вы теперь не гости, вы пленники. Ах, пленники. На время моего отсутствия командование кораблем передается тебе. Каждый час, два часа, три часа мы на связи. Будь предельно внимательным. Есть. Мой сын Агапит будет вашим проводником. Он постарается помочь вам найти ваших товарищей. Но берегите его от коварного зова роботов. Помните, он перед ним бессилен. Прощай. Скоро ты увидишь нашу родную планету. Это большое счастье, за которое ты, быть может, заплатишь своей жизнью. Но мы должны сделать все для людей с планеты Земля, которые прилетели помочь нам. Я желаю осуществить вам ваш дерзкий план. Прощайте. До свидания. Мы будем ждать вас. Мы остались вдвоем. Ты, кажется, огорчен этим. Я огорчен не этим. Все улетели. Все, кроме меня. И меня? Кто-то должен был остаться на корабле? Во всяком случае, там я был бы полезнее, чем другие. Почему Витька не взял меня? Ты это меня спрашиваешь или себя? Ну, тебя. Ты обладаешь уникальной памятью. Ты безупречен в обращении с техникой. Но когда дело касается людей, ты... Ну, договаривай. Ты становишься глухим, бесчувственным. В ситуациях, которые нам предлагает космос, Катюша, вряд ли можно полагаться на чувства. А тебе не приходится выбирать. Ты ведь лишен способности что-нибудь чувствовать. Ты «Воскресенье» Льва Толстого читал? Да. Издание 25-е, 43-я страница. Сверху, второй абзац. Читай. Как только Катюша входила в комнату, или даже издалека Нехлюда видел ее белый фартук, ты все для него как бы освещала солнцем. Ага. Ну что, профессор Кудейщикова, что ж вы не изучаете свою загадочную планету? Молчишь. Так я могу тебе все объяснить. Стрекозоиды бывают трех типов. Червеобразные стрекозоиды, человекообразные стрекозоиды и, наконец, стрекозоиды стрекообразные. Мы столкнулись с типичными представителями стрекозоида человекообразного. Но ты же не знаешь, как с ними бороться. Они непобедимы. Угу. Варька, ты что? Можно задать вам несколько вопросов? Нельзя. Задавайте. Сколько будет 9 у 7? Это элементарно. 63. Чему равен квадрат гипотенузы? Это тоже элементарно. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Они знают все. Еще вопрос. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Ой, мамочка. Выгорели. Паш, бери скорее у них ключ, бежим. Не фурычат, перегорели. Я ошибся, это не стрекозоиды. Это роботы. Да, Федька, это роботы. Ну что, Паш? У них нет ключа. Не фурычит. И никакой связи с кораблем. Агапит, мы спешим. Агапит, мы спешим. Thank you.
Они были здесь. Я был здесь, Лоб. Федька. Они пытались вступить в контакт. Агапит. Что это за столб? Это лифтовый столб. Средство передвижения по нашей планете. Верхом, что ли? А как же? Извини, я пошутил. И мы можем добраться до них? Да. Только где они? Думай, Агапит, думай. Ну вот они. Вы живы? Витька. Витенька. Братцы, бежим отсюда скорее. Юлька, кто это? Это Агапит. Вы их укокошили. Это Варька. Роботы-исполнители непобедимы. Живые с планеты Земля, мы рады приветствовать всех вас. Сейчас вы будете направлены на пункт осчастливливания, и через 2 часа земного времени вы будете абсолютно счастливыми, счастливыми, счастливыми. Это роботы-вершители. Командир, мы должны спешить. Вперед, Кудейщикова. Лобанов, Козелков. Туда? Нет, туда. Стойте! Это зов роботов! Агапит, стой, это же зов роботов, ты погибнешь! Остановись! Не мешай мне, я должен идти, меня зовут! Отойди, вот! Смываться надо! Он что, спятил, что ли? О, ничего себе, нашел сильно ручника. Здоровая. Витя, надо спасать Агапита. Если б я знал как. Па. Идите за ним, и вы будете счастливы. Исполнители вас проводят. Идите за ними. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сюда, здесь нет никого. Вернитесь, и вы будете счастливы. Будете счастливы. Вернитесь, и вы будете... Вот это да. Здорово. Молодчина. Молодец. Надо разбираться в этих проклятых роботах. Узнать, как они действуют, как с ними бороться. Без Агапита не обойтись. Куда они его запрятали? Мы должны обязательно найти Агапита. Иначе нам вообще отсюда не выбраться. Не паникуй. А что, если замаскироваться под роботов? Как? У нас есть оружие. А и Б. Не поможет. Поможет. Ты куда? Пусть попытает счастье. Только быстрее. Это не моя голова. Опять механик перепутал. Ну да, не моя. Вот моя. Вот моя. Махнемся? Махнемся.
Что-то туго идет. Туго? Значит, точно моя. Задаю вопрос. Минутку. Задавайте. А и Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе? Уй, ну ты что, так можно удушить? Потерпи. Ну как? Вылитые роботы. Взгляни на себя. Ну и вид. На. Оставь, еще понадобится. Спасибо. Ну что, двинулись? Да. Если через 30 минут нас не будет, пробирайтесь к капсуле и держите ее наготове. В случае опасности возвращайтесь на корабль. Мы вас дождемся. Это мой приказ, понимаешь? Приказ. Их зарядка. Точно. Их узнать, откуда они берут энергию. Чего медлите? А ну заряжайся, приятель. Вчера 376 опоздал, все. Законсервировали. Темнота. Желтый только по понедельникам. Увидь, кто греха не оберешься. Синий. Синий не трогай, сгоришь. Ой, ребята, что-то не нравитесь вы мне. Видно, что-то с блоком памяти не в порядке. Шутка! Шутка. Слушай, а куда этого живого запихали? А, на 507 этаже счастье дожидается. Код ключа-то черно-белый. Третьего звонка что-то долго не дают. Проголодался ужасно. Сейчас быстрее к лифтовому столбу. Ух, хорошо. А? Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Ох, хорошо! 71 парсек и никаких стрекозоидов. Агапит, он же совсем как человек. Руки, ноги, голова. Найдут его ребята или нет? А девочки? Спят. Еще бы. 28 часов не спали. Я мужчина, и то спать хочется. Девочки, а что, если нам пойти за этим дымком? Он ведь приведет нас туда, где эти гады прячут агапита. Сделаем вид, будто бы подействовала эта их музычка. А, девочки, неплохая идея, а? Догадается Витька? Нет, не догадается. Что ж делать, а? Приветик. Приветик.
Гуляют черти. Где девчонки? Они там спят, а вы что? Исполнителям туда запрещается, когда там вершители. Что делать? Вот стоим и думаем. Вот что, выводи Агапита, мы будем ждать здесь. Как? Как меня выводил с контрольной за шпаргалкой. Понял. Пошел. Мы рады видеть вас. Садитесь, где вам удобно. Скоро вы станете абсолютно счастливым. Я пришел за тобой. Ты что, забыл, зачем спустился на землю своих предков? А это ты. Как хорошо. Да, нервишки у вас никудышные. Если эта музычка на тебя так действует. Я ничего не могу с собой сделать. Сейчас мы поднимемся и выйдем. Зачем? Кретин, за тебя погибнут люди. Сейчас мы поднимемся и выйдем. Как? Это невозможно. Возможно. Ты только молчи и делай то же, что и я. Встали. Ой, живот, ой, живот болит! Ой, живот болит! Ой, живот болит! Ой, живот болит! Ой, ой, живот болит! Нельзя, отсюда выходят только счастливые. Понимаем. Но вы забываете, что мы живы. Нам надо. Недостаток конструкции. Пища не та. Идите исполнителям проводить. Ой. Откуда роботы получают энергию? С зарядной станции на берегу океана. Как найти станцию? Я покажу. Так, сюда. Сейчас скорее за девчонками наверх капсуле. На ней к зарядной станции. Осторожно. Что вы с ними сделали? Они живые. Живые спят. Посторонись. Ты что? Мы не можем оставлять девчонок одних. Идем за ними. А что делать с Агапитом зарядной станции? Братцы, мы сейчас не сможем спасти девчонок. Они спят. Я останусь. Они проснутся, мы попробуем смыться. У нас в распоряжении 1.5 часа. Оставайся. Переключи смысл уловитель на внешнюю связь. Есть. Агапит, веди нас в капсуле. Теперь вся надежда на нашу капсулу. И на наши А и Б. Нужно найти лифтовый столб. Где он может быть? Где-то тут. Вот он. Снимаем костюмы, маскарад окончен. Фиксирую к ликвидации склонность к состраданию, склонность к совести, аппендицит, чувство неудовлетворенности собой, склонность к доброте, склонность к любви, склонность к труду, склонность к дерзанию. Чего вы стоите? Мы не можем вырваться. Нас что-то держит. Где второй? Ему нужно еще немного побыть. Там. Индивидуальный недостаток конструкции. Очевидно. Сядьте на место. Варька, давай наши А и Б. Разрешите задать вопрос? Задавайте. А и Б сидели на трубе, а упала, Б пропала. Что осталось на трубе? Осталась ваша буква И. Через 30 минут земного времени вас не будут волновать никакие вопросы. Смотрите только перед собой. Агапит, мы здесь никогда не были.
где наша капсула? Вот океан, а место не то. Я, очевидно, перепутал сочетание пластин. На меня еще действовал зов роботов. Так, что делать? Колыбельная. Ее пела моя мама. Что вы делаете? Я робот-нянька. У меня устаревшая конструкция. До сих пор не удален блок нежности. И вот уже 200 лет я качаю эту колыбель. Нас осталось всего двое дефектных. Я и 739-й. Такую машину я видел на картинках. Она должна двигаться. Я 200 лет жду вас. Я робот-механик. Машина в полном порядке. Нажмите кнопку. Влезайте. Скорее, Габит, скорее. Не мешай. Цветовая гамма зарядной станции состоит из трех сочетаний. Снизу вверх. Желтый, зеленый, синий, красный. Желтый, зеленый. Теперь машина сама доставит нас к цели. Так почему же она не двигается? Движение белая пластина. Помоги закрыть. Остается 30 минут. За ними я. Если вы не поможете, мы погибли. Витька! Вы помогли живым. Вы будете демонтированы. Роботы биологические, биохимические, механические. Роботы кремниевые, электростатические. Не то. Не то. Средство уничтожения. Энергетическая блокада, парагенетическое воздействие. Все. Варенька, мне страшно. Мне страшно, Варенька. Неужели мальчики не смогут нас спасти? Опасность первой степени. Живые угрожают. Все, что горит, должно быть сожжено. Вот она, зарядная станция! В чем дело? Куда вы пропали? Миша, не задавай глупых вопросов, у меня 2 минуты. Мы в страшной опасности. Радиосвязь с кораблем блокирована роботами. Возможность связи только этот шар вершителей.
Борьба с этими роботами описана Бодягиным. Ты читал «Танцующую королеву». Ты должен вспомнить страницу, где об этом подробно написано. Мишка, ты долго думаешь. И тогда командор приказал по системе дальней связи немедленно всем рабочим роботам снять их наушники. И те, выполнив команду, сняли наушники. И, перестав слышать приказы, выбыли из этой страшной игры. «Ага!» – скричал командор. «Теперь примемся за главных!» И велел: «Федька, берегись!» Приклеились! Девчонки, держитесь, строй уже приклеились! А проклятые стрекозоиды, всех мы вас! Командир, скорее сюда! Вот вход в зарядную станцию. Держись. Мы в ловушке. Я не знаю пароль, нас уничтожат! Ложись! Бежим отсюда! Ложись! Тебе и зеркальце. Сюда! Витька, Витька, вся надежда только на вас. Я приклеил трех вершителей, но это бесполезно. Если вы не поможете, нам полная хана. Через несколько минут девчонки погибнут. Через несколько минут девчонки погибнут. Скорее, Витя! Скорее, Витя! Варька, придумай что-нибудь еще! Тем исполнителям немедленно прибыть на 1001 этаж зарядной станции, живых уничтожить. Сюда входили только в скафандрах. Здесь можно быть очень недолго. Как все просто, элементарно и непонятно. Нужен сигнал на подзарядку роботов. Это надписи? Да. Внешний комплекс, внутренний комплекс. Скорее, Гапит, скорее. Промышленный комплекс. Не то! Транспорт, силовое поле, усиление, уменьшение. Сигнал подзарядки! Энергия исполнителей, энергия вершителей. Код ключа... Желтый, зеленый, синий. Пашка, тебе это не напоминает ядерный реактор? С выдвижением стержня увеличивается энергия. Напоминает! Напоминает! Всех выведем из строя к чертям собачьим! Зарядка 2 минуты. Потом энергия автоматически отключается. Защитная автоблокировка не даст роботам перегореть. Как ее отключить? Не знаю. Как? Как? Thank you.
Ключ не выдержал. Он испарился. Эх, если бы сейчас... Нужен металлический стержень! Что? Стальной! Гвоздь! Вы спасены, все кроме нас перегорели. Нас готовили к консервации и временно заменили блок зарядки на аккумулятор. Мы дефектные, мы Ура! Ваши друзья. Ну вот вы и дома. Мы счастливы за вас. Берегите вашу планету. Мы не будем столь беспечны, какими были наши предки. А роботы станут нашими добрыми помощниками, верно? А у тебя стали расти волосы. Ты совсем большой. Мы ваши друзья. Мы подлежим консервации. Отстань, я уже все это слышал. Мы ваши понял, друзья. Понял. Мы дефектные. Пойди другим расскажи. Ну им расскажи. Мы подлежим консервации. Я тебя уже голова болит. Мы дефектные. Ты останешься наконец или нет? Спасибо. Кто это написал? Ну, предположим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 13! Вы делаете успех, уважаемая Екатерина Сергеевна. Ура! Как вы сюда попали? Долг службы. Как вы сохранились? Нет, долг службы. На чем вы прилетели? Долг службы. Неужели это вы? По долгу службы я. На землю.